решения, которые сегодня идут, в частности, мы обсуждаем по транспортному налогу, происходили с позиции ваших избирателей. Вот только одна просьба. Чтобы мы завтра не сказали, а что это за дороги включены, а кто их туда включил, а людям это не надо. Вот я считаю, что это будет наша с вами ошибка. Не власти, а наша с вами депутатская. То есть мы не донесли до власти необходимость обращения наших граждан.